тащит вперед мяч. И пробил! Какой гол! Расстояние приличное было до ворот, но это не помеха для него. Мотта. И гол! Забивает Реал в самой концовке дерби. Они отлично в атаке сыграли и выходят теперь вперед. Очень сложно будет сопернику отыграться. Мяч из штрафной. Удар. Очередной гол Реала. В этом матче все понятно. И вряд ли Мадрид уже упустит победу. Реал идет к воротам соперника. Играет в пас команда. Есть хет-трик. Прекрасная игра. Может что-то из этого прохода получиться. Наносит удар игрок. Мяч в сетке. Есть первый гол в сегодняшней игре. И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Реал идет к воротам соперника. Вот это момент у него. Сумасшедший мяч он закладывает ему за спину.